My name is Pastor Wayne Johnson. Wayne Johnson. I've been coming to Moldova for many years. Я приезжаю в Молдову уже на протяжении многих лет. I usually work in the north of Moldova, in Belts area. Обычно я работаю в северной части Молдовы, в Бельцах. And I am partnering with Pastor Costell now for 11 years. И мы сотрудничаем с братом Костеллом уже на протяжении 11 лет. Brother Costell shared his testimony tonight. Брат Костелл поделился свидетельством сегодня. And I have been impacted by his testimony. Я был огромным влиянием его свидетельства. When I come to Moldova, I stay with him the whole time. Когда я приезжаю сюда в Молдову, я всегда все время провожу с ним. So I know what he owns. Я знаю, что он имеет. And I have watched as he's added a little bit here and a little bit there. Я смотрел, как Бог добавляет понемножку здесь и понемножку там. But he's always shared what he has with others. Но он всегда делился с тем, что он имеет, с другими. And always shares his finances with others as well. И он всегда делился даже с финансами с другими. And I'm so glad to be his partner. Я так рад быть его партнером. We've done a lot of work together. Мы вместе сделали многое для Бога. I have been married almost 30 years. Я женат около 30 лет. To the same woman. На той же женщине. I have four children. У меня четверо детей. They're all in their 20s. Они все в своих 20 годах. They've all graduated college. Они все уже выпустились из колледжа. They're all serving in ministry. Они все в служении. They're good kids. Хорошие дети. You can do a lot in the world. Можно сделать много в этом мире. But if you lose your family, если ты теряешь свою семью, what have you gained? Что тогда ты добился? There are certain things in ministry you need to keep in mind. Есть некоторые вещи в служении, которые ты должен помнить. You need to balance your life. Ты должен всегда балансировать свою жизнь. Your relationship with God. Твои отношения с Богом. Your relationship with your family. Твои отношения с семьей. And your work. И твоя работа. And if you get those out of order, и если вот эти три выходят из-под контроля, из баланса, then your ministry will not have much fruit. Тогда в твоем служении не будет слишком много плодов. Now, I have been in ministry 30 years. Я в служении нахожусь около 30 лет. I was saved when I was 15. Я был спасен, когда мне было 15. I didn't know anything about the Bible. Я ничего не знал в то время о Библии. I was trained very well at college. Меня учили очень хорошо в колледже. And I started pastoring at age 23. Я начал быть пастором, когда мне было 23. I lived in a very small village. Я жил в очень небольшой деревушке. We had 42 people in our village. В нашей деревне было 42 человека. We are a very poor church. Мы были очень бедной церковью. When I started to pastor, когда я начал пастырить эту церковь, my attendance went down. Присутствие людей начало снизиться. I lost people. Я начал терять людей. So you can become very discouraged in ministry. Так что в служении можно быть очень сильно разочарованным иногда. There were times in ministry we were very poor. Были времена в служении, когда мы были очень бедные. When you open up the cabinet, there's no food. Когда ты открываешь холодильник, там нету еды. And it was very tough. И было сложно. But I think God tests us. Но я думаю, что Бог тестировал нас, to see if we're really supposed to be in the ministry. Чтобы удостоверить нас, если мы должны на самом деле остаться в служении. Are we going to stay the course? Останемся ли мы на пути? Are we going to continue on? Будем ли мы продолжать? How can God trust us if we just jump off the ship every time we have difficulty? Как может Бог что-то нам доверить, если мы всегда спрыгнем с корабля каждый раз, когда трудности на пути? When you read Acts chapter 20, когда вы читаете Деяния 20 главу, you see the determination of Paul. Вы видите стремление твердое апостола Павла. If you're going to be in ministry, если вы будете в служении, you need to be determined. Вы должны быть удостоверены в этом. 2 weeks ago, I was in Mexico. 2 недели тому назад я был в Мексике. I took 40 people with me. Я взял с собой 40 человек. Tonight I'm in Moldova. Сегодня я в Молдове. I've got 7 young men with me. Со мной вместе 7 молодых человек. Most of them were born in Moldova. Большинство из них рождены здесь, в Молдове. But they've been living in the States most of their life. Но они прожили большинство своей жизни в Соединенных Штатах. They've heard about Moldova. Они слышали о Молдове. They lived with Moldavian parents. Они жили с молдаванами и родителями. But they're Americans. Но они американцы. But this week and next week, но на этой неделе и на следующей неделе, we're going to give them a real taste of Moldova. А мы дадим им вкус Молдовы. Because they don't realize what they have. Потому что они не понимают, что у них там дом в Америке есть. So I took 40 people down to Mexico. Так что я взял с собой 40 человек в Мексику.
very, very poor area. В очень бедном регионе. It's very hot. Там очень жарко. So I decided I'm going to take all the young people out to knock on doors. Я решил, что я возьму всех этих молодых людей, и мы будем стучаться в двери. 11 o'clock in the morning. 11 часов утра. Just when it's getting hot. Только когда начинает тепло. Печь. So we all get on the bus. Мы все становимся на бусик. It's no air conditioning. Там без кондиционера. Until the bus begins to go. Только до момента, пока бусик начинает двигаться. I told them to grab some water. Я сказал им, прихватите с собой водичку. So we got off the bus. И мы вышли из бусика. And we're knocking on doors. Мы начинаем стучать от двери от дома к дому. I had with me four young people. Со мной было четыре молодых человека. Three girls from Wisconsin. Три девушки из Висконсина. One girl, a Moldavian from Seattle. И одна девушка молдаванка из Сиэтла. And one Mexican young man. И один молодой мексиканец. So they did okay for the first hour. Для первого часа они справились нормально. Then their hair started to go down. Потом их волосы начали спускаться потихонечку. Like a flower that has no water. Это как цветок, который не поливают. They started to complain. Они начали плакать и роптать. What time is the bus coming to get us? Когда бусик возвращается за нами? So after a while, спустя какое-то время, I made a phone call. Я сделал звонок. And the man said the bus is broke down. И человек сказал, что бусик сломался. And I told the girls, I said we're going to go until the bus comes. Я сказал девушкам, что мы будем продолжать, пока бусик не вернется. The complaining voices just rose up higher and higher. Можно было слышать этот ропот все выше и громче и громче. You can hear them crying. Ты можешь слышать, как они плакали. Finally the bus came. Наконец-то бусик приехал. We got some more water. У нас было больше воды. We drove back to our place. Мы отправились обратно к нашему месту. And then I read to them about the Apostle Paul. Потом я прочитал им о апостоле Павле. Three times beat. Которого трижды избивали. Almost stoned to death. Которые камнями бросили до смерти почти. Cold. Призван. Naked. В холоде. Был голым. In the water. В воде. I said, why are you complaining? О чем вы плачете, сказал им тогда. Because it got a little hot today. Потому что всего лишь стало немножко жарче сегодня. See, we need some determination. Нам нужно стремление in ministry. В служении. It was very, very quiet. Тогда стало очень тихо в комнате. I put them to a test. Тогда я дал им тест. And they failed. И они не прошли этот тест. But God teach them a lesson. Но Бог научил им чему-то. And ministry is tough. Служение это непросто. When I go to China, когда я еду, отправляюсь в Китай, we sleep on the floor like this. Мы спим на полу, как этот. They use bamboo. И они используют бамбус. And they cut the sticks in half. И они прорезывают эти бамбусовые палки по половинам. And they lay it on the floor. И они просто ставят это на полу. It's very difficult to sleep this way. Нелегко спать на этом. So I took everything out of my suitcase. Тогда я взял все, что было в моем чемодане. And I laid it on top. Я просто поставил сверху этих бамбусовых палок. And I laid on top of that. И я лег сверху моих вещей. And then they like to eat bugs. Потом им нравится кушать вот этих насекомых. They're still alive. Они еще живые, не мертвые. And they eat rice twice a day. Они даже еще кушают рис дважды в день. And they eat a lot of meat. I don't know what it is. И они кушают много мяса, которое я не знаю, с чего это мясо. But ministry can be tough. Служение может быть непростым. And you gotta have determination. Вам нужно стремление to stay the course, оставаться на пути, to do the work. Дело. So first of all, так первый, you got to know who you are. Вы должны знать, кто вы такие. I am Christ. I am Christ. Christ is Я Христов. I am His soldier. Я его солдат. If you read in the book of Timothy, если вы прочтите в послании к Тимофею, the Bible says I need to be a good soldier. Библия говорит, что я должен быть хорошим солдатом. I endure hardness. И я прохожу через трудности и терплю. But it says, good soldier of Christ. Но там написано, хороший солдат Христов. So we gotta know who we are. Мы должны знать, кто мы такие. We gotta die to ourselves. Мы должны умереть за себя. Our dreams, по отношению к себе самим. Our wants, наши мечты, наши желаю или хочу. Our comforts, наш комфорт. You have to die to that. Ты должен умереть за это. If you're gonna do anything in ministry, если ты хочешь что-то, чего-то добиться в служении, you gotta die to yourself. Ты должен умереть. You gotta know who you are. Ты должен знать, кто ты такой. I lived in Virginia, я жил в Вирджинии, which is the East Coast. Это
восточное побережье. I just got out of college. Я только выпустился из колледжа. I was making big time money. И тогда я зарабатывал большие деньги. 1989. Это 1999 год. God wanted me to go to Kansas. Бог захотел, чтобы я отправился в Канзас. To be a Bible teacher. Чтобы быть учителем Библии. Cut my salary in half. Урезал мою зарплату наполовину. No, more than half. Нет, не наполовину, больше, чем наполовину. I went down to like one third of my salary. Я спустился до трети моей зарплаты. But I knew this is where God wanted me to go. Но я знал, что это то направление, где Бог хочет, чтобы я отправился. Because every day. Потому что каждый день. From 8 o'clock. С 8 часов. To 3:30. До 3:30. I taught the Bible all day long. Я преподавал Библию весь день. Day after day after day. День за днем за днем. I did that for 6 years. Я делал это на протяжении 6 лет. But see, many people won't make decisions. Видите, много людей, они не сделают решения, не примут решения. When it comes to giving up money. Когда приходит, идет речь о том, чтобы отказаться от денег. See, when you go in ministry, поэтому, когда ты идешь в служение, who's first? Кто первый? Who's first? Кто первый? God is first. Бог должен быть на первом and месте. Until you make that decision, и до тех пор, пока ты не примешь это решение, you will continue to play around like children. Ты будешь просто играться, как дети вокруг. You gotta have God first in your life. Должен быть Бог на первом месте в жизни. And God knows if he's first or not. И Бог знает, если Он первый или не так в твоей жизни. And then number two, потом второе, you gotta know what you're doing. Ты должен знать, что ты делаешь. I believe there's many people in ministry, я верю, что есть много людей в служении, they don't know what they're doing. Которые понятия не имеют, чем они занимаются. They're doing many good things. Они делают много хороших вещей. They're doing many things. Они делают много вещей. But do you know what you're doing? Но когда ты знаешь, что ты делаешь, God gave us what to do. Бог дал нам задание. I'll give it to you very simply tonight. Я могу это предоставить это задание в очень простых словах сегодня. This is what we're all to be doing. Это то, что мы все должны сделать. Number one. Первое. Evangelizing. Евангелизм. Sharing our faith. Делиться верой с другими. Giving the gospel. Делиться Евангелием. Inviting people to Christ. Приглашать людей к Христу. Inviting people to church. Приглашать людей в церковь. Every time you teach. Каждый раз, когда ты Every преподаешь. Time you preach. Каждый раз, когда ты проповедуешь. You're wrapping the gospel in your message. Ты всегда ставишь в сердцевине Евангелие. Do you believe this? Веришь ли ты в это? That we're all to evangelize? Что мы все должны евангелизировать? Yes or no? Да или нет? You evangelize. Итак, мы евангелизируем. You baptize. Мы крестим. You disciple. Мы помогаем людей учениками стать. We have a lot of people in church. У нас есть много людей в церкви. But they don't know anything. Но они понятия ничего не знают. It is our job. Наше задание. To raise them up. Поднять их. To teach them. Преподавать им, учить to train их. Them, to educate them. Образовать их. To instruct them. Дать им инструкции. When's the last time? Когда последний раз? You've taught husband and wife how to have good marriage. Когда вы учили или говорили мужьям и женам, как у них могут быть хорошие семьи. When's the last time you talked about how to parent and raise a child? Когда последний раз в вашей церкви говорили, как можно расти детей? Have we taught on how to what to do with our money? Говорили ли вы вашим членам церкви, что как можно что нужно делать с деньгами, как управлять деньги? When's the last time we talked about spiritual growth? Когда последний раз мы говорили о духовном росте? When's the last time we talked to our children about being virgins? Когда мы говорили последний раз с нашими детьми о том, чтобы они должны оставаться девственниками? We need to instruct and teach. Мы должны давать эти указания и учения. Help people to grow. Помогать людям расти. Number four. Четвертое. We need to be involved in church. Мы должны быть вовлечены в церкви. The pastor of the church. Пастор церкви. He has to have a relationship with his people. У него должно быть отношение с его людьми. They're supposed to know their sheep. Мы должны знать наши овцы. So I need to know where to put different people in the church. Я должен знать, где я могу поставить разных людей в церкви. Like pieces of a puzzle. Как куски из одного пазла. And put this person here and that person этот there. Человек здесь, этот человек здесь. So that the church can work together. Чтобы церковь работала вместе. The church is not just the pastor's work. Потому что церковь это не всего лишь задание пастыря. It's the whole church's work. Это работа всей церкви. And my job as a pastor. И мое задание как пастырь. Is to equip and train the people. Заключается в том, чтобы снаряжать и помогать людям расти. And the people do the work of the ministry. И чтобы люди делали дело служения. It's a lot easier in your home. Намного легче это в вашем доме. If everybody works. Если все работают. And not just mama. И не только мама. Amen. Аминь.
Same thing is true in church. И то же самое правильно и в церкви, истинное в церкви. This is Ephesians 4. Это Ефесянам 4 глава. 11 through 16. С 11 стиха по 16 стих. And then number 5. Потом пятое. This was given to us by Jesus. Это было дано нам Иисусом. It was given to us 5 times. И он сказал это 5 раз. Matthew, Mark, Luke and John. В Матфея, Марка, в Луке и в Иоанна. And Acts chapter 1 verse 8. И в Деяния в 1:8. So, итак, we're to lead people to Christ. Мы должны вести людей к Христу. Then we're to baptize them. Потом мы крестим их. We're to educate and train them. Мы образуем их и даем им тренинг. Engage them in the local church. Вовлекаем их в поместную церковь. And number 5. И пятое. We're to go out. Мы должны идти вне. Sometimes away from our village. И иногда далеко-далеко от нашего селения. A village over. Через одно село. A country over. Может быть, через одну страну. Or the world over. Может быть, на край света. And please don't say to me. И, пожалуйста, не говорите мне, that we can't do that. Что мы не можем это делать. I don't care how poor your church. Меня не волнует, насколько бедна ваша церковь. I don't care where your church is located. Меня не волнует, где ваша церковь находится. If we can do it in a little village in America, если мы смогли это сделать в небольшой деревушке в Америке, you can do it in your village. Вы можете делать то же самое в вашем селе. Do you believe in God? Верите ли вы в Бога? God is able. Потому что Бог может. And if you'll do what He said for you to do, и если вы сделаете то, что Он сказал вам, что нужно делать, He will give you what else you need to do it. Он даст вам все остальное, в чем вы нуждаетесь для того, чтобы вы это сделали. You just be faithful. Вы просто оставайтесь верными. We were a very poor church. Мы были очень бедной церкви. We still have a dirt parking lot. У нас еще грязная парковка. Brother Costello has been there. Да, брат Костел был там у нас. Everything in our town is closed. Все в нашем городе закрыто. Grocery store is Alimentara closed. Все Алиментары закрыты. Post office closed. Почтовый офис закрыт. Public school closed. Школа закрыта. All businesses closed. Все бизнесы закрылись. Because we're a dead town, ghost town. Nobody wants to live in our town. Город призрак. Никто не хочет остаться в этом городе. But the church. Но церковь. Was almost closed. Почти дошла до момента закрытия. They were thinking just close and we'll go somewhere else. Они просто думали, что мы закроемся и уйдем куда-то в другое место. They hired me. Но они наняли меня. 23 years old. Now you see why they have me come. Nobody else will come. 23 года они никто бы не пошел туда, но вот я остался там. And I just believe the Bible. Я просто взял Библию буквально и поверил в то, что написано. You don't need any other books. Вам не нужны другие книги. You don't need any other conferences. Вам не нужны другие конференции. The Bible is sufficient. Библия достаточна. It's sufficient. Библия достаточно. If you will take that book, если вы возьмете эту книгу with God's help, с Божьей помощью and the Holy Spirit, в Духе Святом and obey, и будете повиноваться, have great faith, и у вас будет большая вера, have courage, у вас будет смелость, have determination, стремление, and then watch what God will do. После этого посмотрите на то, что Бог будет делать. Now, it'll be through tears. Да, это будет сквозь слезы. Acts chapter 20. Да, Деяния, 20 глава. Paul said many tears. Павел говорит, много слез. It'll be with persecution. Будут гонения. There will be people who stand up. Будут люди, которые восстанут против. Sometimes even in your own churches. Иногда даже люди в вашей собственной церкви. Sometimes in your own family. Иногда люди в вашей собственной семье. But you be faithful to God. Но вы останетесь верны Богу. Faithful to His word. Верны Ему, Его делу. And you let God take care of the rest. И оставьте Богу все остальное в Его заботу. You let God take care of the rest. Оставьте Богу, чтобы Он позаботился об остальном. This is my encouragement to you. Это мое ободрение к вам. Through our little church in the village. Посредством нашей небольшой церквушки в селе. We have started churches in Moldova. Мы начали церквя в Молдове. Most Americans, when you ask them, большинство американцев, когда вы спрашиваете их, where is Moldova? Да, где Молдова? Where? Но I have no idea. Never heard of this place. Понятия не имеют, они даже не слышали об этой стране. How did our church get here? Как наша церковь попала сюда? Our church. Наша церковь. Fasted and prayed. Постилась и молилась. For 18 months. На протяжении 18 месяцев. Every Wednesday. Каждую среду. About Moldova. За Молдову. God. И Бог. Are we supposed to go to help Moldova? Мы должны, Бог, мы должны, должны ли мы пойти и помочь там? Our church prayed like this. И наша церковь молилась за это. And I got a phone call. Я получил звонок. Pastor Wayne. Pastor Wayne. I think there's a man. Я думаю, там есть человек. That you're looking for. Человека, за которого ты ищешь. And I put him on the phone.
Я поставил его на телефоне. I began to talk to him. Я начал говорить с ним. Asked him lots of Bible questions. Я задал ему очень много библейских вопросов. He passed the test. И он прошел тест. And we started together. И мы начали вместе. And he said this. Он сказал следующее. We're going to start in September. Мы начнем в сентябре. But my board back home. Но мой борд там дома. They said we'll start in January. Они сказали, не, мы в январе начнем. And Pastor Costell said this. И пастор Костел сказал следующее. Fine, you start in January. Хорошо, вы начните в январе. But I'm starting today. Но я начинаю сегодня. We knew. Мы знали. That God had given us a man. Что Бог дал нам человека. For Moldova. Для Молдовы. Someone. Кого-то. Who would not immigrate. Который не оставит эту страну. Someone who loved his country. Кого-то, кто любит эту страну. Someone who had a desire for Christ. Кого-то, кто имеет желание для Христа. This is what it takes. Это то, что берет или что занимает. We partnered together. Мы сотрудничаем вместе. It's 11 years in September. September, it's 11 years. В сентябре будут 11 лет. And it's been a great partnership. Это было прекрасное сотрудничество. I've taken him to work with Chinese. Я взял его, чтобы мы работали вместе с китайцами. He's helped me train Chinese people. А он помогал мне, чтобы мы преподавали китайцам. He could not eat the Chinese food. Он не мог кушать китайскую еду. He cannot use the Chinese chopsticks. Он не мог использовать эти палочки. I've had him come and train American people. Я попросил, чтобы он приезжал и чтобы он преподавал нашим американцам. So it's not just ministry in Moldova. Это не просто служение здесь в Молдове. It's ministry all around the world. Это служение вокруг всего мира. We have started churches. Мы начинали церкви вместе. In Moldova. В Молдове. In China. В Китае. In India. В Индии. In Brazil. В Бразилии. Where else? In America. В Штатах. We started two churches. Две церкви мы начали. Within 20 minutes of our front door. В расстоянии 20 минут от нашей двери. We started one June of 2016. Мы начали одну в июне 2016 году. Have you ever seen the birth of a new church? Видели ли вы когда-то рождение новой церкви? Has anybody seen a baby born? Кто-то ли из вас увидел, как рождается младенец? Anyone? It's an amazing thing. Это прекрасно. I watched all my wife all four times. Я наблюдал за всеми четыре раза. And I am praising God. Я прославляю Бога. That it's her and not me. Что это она и не я. But have you ever seen a church born? Видели ли вы когда-то, как церковь рождается? You ever seen one? Видели ли вы когда-то? Pastor Costell was in Uzbekistan. Пастор Костел был в Узбекистане. We went to her town. И мы были в ее городе. The town of Kostesht. Kostesht. В Костеште, Костеште. We went there. We took groceries to the poor people. Мы купили продукты для бедных людей. We met with the mayor. Мы встретились с примарем. Our young people went there and sang. Наша молодежь пошла туда, и они пели. We invited people. Мы приглашали людей. It was a Monday after Easter. Это был понедельник после Пасхи. And we preached. Второй день после Пасхи. At the cultural hall. At the hall of culture. В дом культуры. And like 17 people. Было 17 людей. They raised their hand. Которые подняли руки. I received Christ as my Savior. И сказали, что мы приняли Христа как нашего Спасителя. That day, тот день, a church in Kostesh, церковь в Костештях, was born. Была рождена. I ask you, я спрашиваю вас, are you gonna have a big vision? Будет ли у вас большое видение? You're gonna win people to Christ? Будете ли вы побеждать людей ради Христа? Baptize, крестить их, teach them, преподавать им, teach them in church, вовлекать их в церкви, преподавать их в церкви, дома, в их домах, вовлекать в служение. И потом пятый. Начнете ли вы другие церкви? Костешт. У них уже есть здание в Костеште. Is it finished? Закончили здание? Почти. Almost. 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 I remember I got a call. Я помню, когда мне позвонили. It was Saturday night. Это была суббота вечером. I was in Seattle. Я был в Сиэтле. They said that we have opportunity. Они сказали, у нас есть возможность. To purchase a piece of property.
купить небольшой кусок земли in Kostesh, Kostesh. And we need to buy it soon. И мы должны купить этот кусок земли как можно раньше. Because there's going to come pressure on the homeowner. Потому что будет давление на собственника этой земли. Not to sell it to a Baptist church. Чтобы он не продал эту землю баптистской церкви. I walked into church Sunday morning. В воскресенье утром я вошел в церковь. And I told the church people. Я сказал людям в церкви. We need some money. Нам нужны деньги. I walked into another church Sunday night. В воскресенье вечером я вошел в другую церковь. I said, we need some money. Я сказал, нам нужны деньги. They counted the money from the two churches. Они собрали деньги от двух церквях. What was it, 12, 13,000? Something like this? 12, 13,000. Было около 1200-1300. From Moldavian churches. Это был... 13,000. From Moldavian churches. Это мы собрали с молдавских церквей. In Lakewood. Lakewood, Washington. Liquid, Washington, недалеко от Такома. God will provide. Бог позаботится. God can do the impossible. Бог может сделать невозможное. But we have to do our part. Но мы должны сделать свою часть. We need to be right with God. Мы должны быть правильными в отношениях с Богом. Die to ourselves. Мы должны умереть ради себя. Have our whole heart for Him. Мы должны все сердце отдать Ему. He needs to be first in our life. Он должен быть первый в нашей жизни. Preeminent. Он должен быть первым во всем. Dominant. Он должен доминировать во всем. Willing to do anything for him. Мы должны быть готовы сделать все, что угодно ради Него. And then we need to know what we're doing. И потом мы должны знать, что мы делаем. And don't turn to the right. И не поворачивайтесь направо. Don't turn to the left. Не поворачивайтесь налево. Don't get distracted. Не теряйте фокус. Keep doing the things that Christ told us to do. Продолжайте делать то, что Христос сказал нам делать. And don't worry about the results. И не переживайте о результатах. Our job, наша задача, is to sow, заключается в душах. Our job is to water. Наша задача, чтобы мы посеяли, чтобы God's job is to give the increase. И поливать, а Божье задание заключается в том, чтобы он вырос. So you do what you're supposed to do. Так что делайте то, к чему вас Бог призывает. And I'll do what I'm supposed to do. Я буду делать то, к чему Бог меня призывает. God will do what he's supposed to do. А Бог сделает то, что он должен сделать. Let us pray. Давайте помолимся.